Новые меры, призванные устранить препятствия на пути развития бизнеса, обсудили в Госдуме. Депутаты приняли во втором и третьем окончательном чтении президентский законопроект, направленный на усиление ответственности правоохранителей за незаконное преследование предпринимателей. Проще говоря, речь о практике, когда уголовные дела возбуждались исключительно, чтобы надавить на коммерсантов. Новый законопроект вводит уголовную ответственность для тех, кто организует такое преследование. При доказанном ущербе бизнесу свыше 1,5 миллиона рублей виновный может грозить до 10 лет лишения свободы. Изменения в кодексе поддержали все фракции.